площадке во второй трети матча. Ну, еще один текущий результат. Атланта Амур 0-1. Гол! Это Гимбатов открывает свой голевой счет в этом сезоне, в этом чемпионате. И вновь кистевой бросок, и снова под перекладину в стиле Николая Казаковцева. Такой бросок. 3-1 становится счет. 17-17 застыло на табло. Столько оставалось и остается играть командам во втором периоде. 3-1. Северсталь увеличивает свое преимущество. Пахрудин Гимбатов. Первый гол и вообще первое набранное очко.